Что такое общественная палата и чем она занимается? В идеальном мире ОП, как ее иногда сокращенно называют, защищает людей от произвола чиновников, контролирует деятельность органов власти и отстаивает права и свободы граждан. В общем, борется против всего плохого и несет доброе и светлое. В Воронежской области общественную палату возглавляет успешная бизнесвумен Наталья Хван. А интересно, знают ли воронежцы, какую пользу несет эта структура? Общественная палата, да, знаю. Цените ее работу, как она работает, справляется со своими обязанностями? Да. У меня палатка четырехместная. Так. Общественная палата. Довольно-таки общественная. Не знаю. Кто ее возглавляет? Не знаю. А чем вообще она занимается? Не могу точно сказать. Общественная палата, вот если даже вот пораскинуть, общественная. Наверное, что-то для общества, для людей делать. Ну, безусловно. Не знаю, ну что это, больница? Это структура. Структура субъектов РФ. Знаете, что это? Нет. И кто ее возглавляет, не знаете? Нет. Я подскажу, это ее деятельность заключается в том, что защищает права и свободы граждан. Как вы считаете, справляется? Ну, как бы я гражданин, у меня все нормально с этим. То есть, как бы, проблем никаких с этим. Вообще не задумывалась даже об этом. И кто ее возглавляет? Палата общественная. Вот общественная, вот даже от слова общественная, что она может сделать? Наверное, благо общества нести. Ну, не знаю. Не знаете? Не знаете? О, нет, не хочу про общественную палату. Почему? Вообще разговаривать. Почему? Плохо работает? Наша дума. Серьезно, да. Очень много думает, деньги поимели, а ни хрена не имеем мы.